Всем привет, дорогие друзья! Сейчас вам покажу, как выглядит сумах дубильный, он же уксусное дерево. Очень полезен, используется для укрепления костей, для очищения печени при цистите. Вот, используют вместо соли, имеет такой приятный кисловатый привкус. В древние времена использовали вместо уксуса и лимона его. Вот, сейчас покажу картинки, как он выглядит. Заправки в салаты можете делать, опять же, вместо соли добавлять соусы, даже в супы, в борщи и так дальше. Вот так он выглядит в природе. Растет у многих на дачах, я видел, ну, сейчас его как садят как декоративное растение, как декоративное такое дерево, и мало кто знает о его полезных свойствах. Вот так оно выглядит. Я думаю, многие видели. Так что заготавливайте, сушите, перетирайте и будьте здоровы. Всем пока и до новых встреч!